В общем, мы политические пофигисты, отвечаем журналисту Дмитрию Колезеву про революционную ситуацию в современной России, которую якобы создал или еще только создает президент России Владимир Владимирович Путин. Сегодня Путин продолжает упорно создавать революционную ситуацию. Журналист Дмитрий Колезев высказал мысль, что благодаря президенту Владимиру Путину в России сложилась революционная ситуация. Ну, мы для начала напомним определение, которое знал каждый советский пионер. Революционная ситуация – это когда верхи не могут править по-старому, низы не хотят жить по-старому, и имеются движущие силы, которые эту революцию будут делать. А еще напомним, что революция отличается от государственного переворота или народного бунта тем, что происходит смена общественно-политического строя. Например, монархия меняется на республику или капитализм меняется на социализм. Ну а теперь мы проанализируем, действительно ли в России верхам, то есть крупной буржуазии, стало невозможно работать и получать прибыль. Действительно ли народ умирает от голода и холода? И самое главное, какая политическая сила будет свергать действующую власть и ставить на ее место что-то принципиально новое, а не просто сменить одного буржуазно-демократического президента на другого такого же представителя правящего класса, который будет нас унижать и подавлять до следующих демократических выборов, ну или до следующего недемократического государственного переворота. По поводу крупной буржуазии, после пандемии было разорено много мелкого бизнеса. Его долю на рынке поглотила крупная буржуазия. Она довольна, хоть и ненасытна. Но чуть покушала. После начала спецоперации были разорваны невыгодные для крупной буржуазии России контракты в долларах. А вместо них заключили новые, более выгодные для этой буржуазии контракты в рублях. Появились новые контрагенты. Иностранные компании из России некоторые сбежали, и их активы сразу же подобрала крупная буржуазия российская. Когда народ массово побежал из России, спасаясь от частичной мобилизации, хорошо подзаработали авиакомпании на дорогих билетах. Ну, в общем, все остальные живут как жили, но только более нервные и злые. Правда, у кого-то из слишком богатых людей отняли яхту, но ведь эта яхта доходов не приносит, одни расходы. Она уже старая, как статусный аксессуар, не смотрится, продать ее проблемно. БУ яхта не солидна, и хороший способ избавиться, типа попала под санкции. А самое главное, раз идут военные действия, то армию надо снабжать разными ресурсами. Производить и продавать военную технику надо, производить и продавать сопутствующую матчасть надо. Все это надо возить, для того чтобы возить надо развивать транспортную систему, ну а потом надо восстанавливать, что в результате военных действий будет разрушено. А это большие госконтракты и очень выгодно. Так что для верхов то, что сейчас происходит в России, это просто праздник какой-то. А теперь по поводу низов. Вот мы, низы, гуляем вдоль Яузы и видим, как там плавают утки. Их люди кормят хлебом. В пруду плавают гуси и лебеди. Их до сих пор не сожрали голодающие. Также чего-то вдоль дорог не валяются трупы умерших с голода людей. По дорогам толпы голодных не ходят в попытке что-то найти, разграбить. Все живут как жили, но только какие-то нервные, ворчливые, недовольные. Самое главное, что нет массовых протестов с разрушениями и жертвами, как это было во времена правления святого царственного страстотерпца царя Николая II. Кровавого, святого. И активных и злых политических партий с их
лидерами, как в 19 и начале 20 века, готовых умирать и убивать за свои политические идеалы, тоже чего-то нет. Есть какие-то клоуны с плакатами, есть какие-то недовольные телепузики, разговаривающие у себя на кухне с телевизором, но это не движущие силы. Движущие силы — это когда люди могут объединиться, точнее уже объединены, и создать реальные проблемы для действующей власти. Например, остановить производство, остановить транспорт, а то и вообще переманить на свою сторону армию. Потому что в армии, вы не поверите, тоже служат люди. И они не хотят умирать, но зато хотят есть и просто хорошо жить. И масштаб этих действий таков, что с ними не справляются силовые структуры. Невозможно каждому вагону с зерном приставить взвод солдат, как минимум, потому что солдат самих надо кормить. А эти солдаты по происхождению из крестьян. У солдат самих семьи голодают. Того и гляди, солдаты сами крестьян поддержат, а зажравшихся офицеров поубивают. Справедливо, конечно. А это и было как раз перед революцией. Еще большевиков не было, а самосуды солдат над офицерами уже были. Так что чисто теоретически революционной ситуации в России нет. И она не ожидается, как минимум, при жизни нашего поколения. Ну, правда, все может измениться. Но нет ее и практически, потому что революционные протесты отличаются от всех остальных протестов массовостью, организованностью и политическими требованиями. Трагедия в Белгородской области, где на учебном полигоне погибли по разным данным... Ну вот тоже сейчас обсуждает свежий пример. На полигоне оскорбил офицер своих солдат на религиозной почве. А те в ответ на стрельбище развернули автоматы и перестреляли своих сослуживцев, непонятно за что. Этого офицера, правда, тоже застрелили. Его за дело, а остальных-то за что? А революционный протест не так происходит. В первую очередь солдаты должны были бы создать свой совет солдатских депутатов, во главу которого поставили бы авторитетных у солдат людей. И этот совет солдатских депутатов отстраняет от власти текущее командование, арестовывает его и выдвигает свои требования, например, немедленное прекращение военных действий. И если кого-то и расстреливают, то именем революции и решением Совета солдатских депутатов. То есть не просто бунт, как неподчинение действующей власти, а переподчинение новой революционной власти. Вот недавно телеканал «Дождь» показал сюжеты, как люди в униформе мобилизовали в армию бомжей, которых кормит какой-то благотворительный фонд. И вот девочка-волонтер из этого благотворительного фонда жалеет своих бомжиков, как котиков каких-то. А вдруг этим бомжам, наоборот, в армии понравится, их там лучше кормить будут, оденут, чему интересному научат. Если бы был революционный протест, то выступала бы не эта девочка, а представитель какого-нибудь комитета городской бедноты в окружении толпы этой самой городской бедноты. А еще женщина выступала, что в общежитие приехали люди в униформе и мобилизовали трудовых мигрантов, а вдруг этим мигрантам предложили службу по контракту и зарплату раз в 5 больше, и они радостно помчались воевать, ну, за исключением какого-нибудь сыночка богатых родителей. В случае революционного протеста был бы сюжет с представителями рабочих депутатов в окружении этих самых рабочих в контексте забастовки или стачки. Так что нет никакой революционной ситуации. Максимум есть мелкие народные бунты. И борьба каких-то идеалистов, утопистов за блага для народа, но без народа, как у декабристов. Ну а теперь, что касается президента России.
Судя по тому, что он столько времени держится на своей должности, и по тому, как лихо он разгромил и перевел на свою сторону всю оппозицию, то, скорее всего, он хороший политик. Кто бы сомневался? Поэтому просто не допустит возникновения революционной ситуации. Несмотря на то, что он и не защищает интересы большинства населения своей страны. В том числе и наши интересы. Президент Путин не защищает. Ему пофиг на нас, а нам пофиг на него. А мне пофиг. Так на то и капитализм, что Путин, как президент капиталистического государства, защищает интересы правящего класса, то есть крупной буржуазии, к которому мы, увы, не относимся. А крупной буржуазии невыгодна революция. Поэтому президент изо всех сил будет стараться не допустить возникновения революционной ситуации. А так как политик хороший, то, скорее всего, у него это получится. Зато войны, спецоперации и прочие военные движухи, и даже пандемия какого-нибудь коронавируса, крупной буржуазии очень выгодно. И результаты этой выгоды мы сейчас видим. И мобилизация выгодна, потому что кто-то из страны сбежал и по дешевке имущество продал. Авиакомпании хорошо заработали на дорогущих билетах. Самое главное, снизилась активность бизнеса из-за кризиса капитализма, мирового кризиса капитализма. И чтобы люди не ушли в криминал, который не платит налоги государству и особо не подчиняется этому государству, людей мобилизовали и направили на очень выгодное и интересное дело – убивать друг друга и разрушать свою среду обитания. Люди этим с каменного века занимаются, но, вероятно, очень нравится. Как заметил Карл Маркс, капитал за 300% прибыли способен на любое преступление. Путину понадобились жизни людей, чтобы сохранить свою личную власть. Обратите внимание, не Путин совершает эти преступления, и даже не Байден и не Зеленский, а мировой капитал. Любой президент капиталистического государства на месте Путина поступил бы так же. Капитализм – это не власть какой-то личности нехорошей, а диктатура мирового капитала. Война – это очень выгодно этому самому мировому капиталу. Даже мобилизация – это очень выгодно, потому что койко место в казарме и гречка для солдата – это гораздо дешевле, чем собственное жилье и покупки в магазинах для гражданских. А солдата можно же не только в военных целях использовать. Они замечательно строительные работы выполняют, поэтому иметь много солдат – выгоднее, чем привлекать трудовых мигрантов. Итого, нет никакой революционной ситуации. Не будет никаких революций. А будет и дальше сокращаться мелкий бизнес, зато будет развиваться армия и гражданская инфраструктура, работающая на армию. И уехать куда-то от этого не получится, потому что капитализм – это явление – общепланетарное. И то, что нам не нравится в России сейчас, это по всему миру сейчас так стало. И будет только больше. Можно, в принципе, откосить от мобилизации, но гораздо сложнее откосить от безработицы. И от криминала и терроризма, который эта безработица неотвратимо произведет. Ну и всем интересна наша политическая ориентация, а также как мы относимся к Путину, спецоперации и мобилизации. Так вот, мы политические пофигисты, и нам пофиг на всех участников большой политики. А мне пофиг. И на все их действия и их призывы. А мне пофиг. Так же, как им пофиг на нас. Население не лезет в политику, а власть ворует деньги, не трогает население, обеспечивает ему минимально приличное существование. Как справедливо заметил Карл Маркс, у нас, как у пролетариев, нет отечества, поэтому его у нас никто не может отнять.
У нас есть только среда обитания, к которой мы приспосабливаемся, чтобы выжить, как это делали наши предки со времен каменного века. Нам нечего защищать, кроме своей жизни и необходимых для этой жизни материальных благ. Никакую политическую силу мы не поддерживаем, потому что понимаем, что она не будет защищать наши экономические и политические интересы, несмотря на все свои обещания. Кто помешает любой политической силе эти обещания нарушить? К взаимовыгодному сотрудничеству для получения разных благ мы всегда готовы. Как независимые блогеры, мы смотрим разный контент, очень разный контент мы смотрим, и по-блогерски отвечаем своим контентом на остальной контент. Пишите в комментариях, нравится ли вам наш контент на политические темы. Или, может, пофиг на политику? А мне пофиг.